Ви на каналі? Анжеліка. Анжеліка. Сьогодні я буду пить блінчики. Вместе з папою. Молодець. Ти, мабуть, сама будеш піч? Так. Да? Будеш все сама замішувати, да? Так. Ой, какой... А покажи свой фартук. Покажи. На рукавнике фартук с Пепой? Так. Это чтобы не замараться. Ну все, в форме. Муку? Сейчас насыпаем муку. Сейчас насыпаем муку. Вот молодец. Это специальная кружка, которая высыпает муку, да? Угу. Вот так будет проще. Все. Так, что следующее? Дальше что? Подожди. Прямо на ручку. Хозяюшка маленькая. Сейчас осталось молоко. Аккуратно, потихоньку выливай. Какая там красота получается. Блины, наверное, вкусные будут. Что у вас еще? Соль и сахар? Да, еще перемешать. Подожди, подожди сначала. Теперь уже надо уже чистую ложку. Сахар. Соль. Чуть-чуть масла. Буду мешать. Размешивай. Чем будем мешать? Вот этим. Надо взбить, миксер. Наверное, да? Взбить миксером. Держи. Нажимай на кнопочку. Вот так. Анжелика, получается у тебя? Тесто готово. Теперь будем выпекать. Так мало теста. Хватит. Набирай, подожди, сейчас тебя сделаю маслом. Я сама найду. Чуть-чуть, все хватит. И сюда можно? Вот так не надо больше. Сколько мы километров? Столько, да, папа? Да, давай. Все, наливай теперь. Есть. Вот, давай, наливай. Молодец. Вот какая самостоятельная. Сейчас поджарится только? Да. Твой первый блинчик. Надо быть только осторожным. Здесь ему прислоняться. Да, а то можно аж париться. Он уже такой тверденький. Скоро переворачивать нужно? Да.
Смотришь, какой. Слушай, в виде зверька какой-то получился у тебя даже. Вот коняшка! Это... Да! Или белый медведь. Коняшка! Коняшка? Ну пусть будет коняшка. Качающая. Только надо переворачивать. Все, переворачивай. Еще. Давай, давай, давай. Вот молодец. О, какой блин у нас подрумянился. Коняшка да коняшка. Включают только взрослые, да, папа? Конечно. Это вот горячо. Только. Вот. Второй, блин. Все, аккуратно, чтобы не капало. Это в виде кого получился? В виде курочки. Или в виде тучки какой-то? В виде курочки. Курочки? Здесь у нее ножки, хвостик, ручка. Она развернулась просто. Все, уже пора переворачивать, папа. Ну как, получается? Да. Ты уже попробовала блинчик? Маленький кусочек попробовала? Нет, горячий еще. Горячий еще? Да. Понятно. Много у тебя еще осталось теста? Ну да, видишь? Ну у меня же еще два блинчика. Только он развалился. Ну ничего. Давай будем убирать. Этот у нас развалился. Следующий наливаем. Только, да. Да. Вот, молодец. Какая красота. Все. Это рыбка. Ой. Птичка. Точно на рыбку похоже. Плавничок такой, да, с хвостиком? Нет, птичка. На рыбку больше похоже. Птичка. Давай ты будешь переворачивать. А ты будешь наливать? Да. У нас хорошо наливать получается. Ну, переворачивать хорошо получается. Ты уже заканчиваешь? Да. Ну, здорово. А потом что будешь с блинчиками начинять? Кармашки, да? Творожком будешь начинять и... Ягодкой. Украшать. Клубничкой. Угу. Все, блинчики готовы. Ты испекла? Да. Сейчас начинять будем? Да. Ну давай. Начини себе блин. Какой ты будешь делать? Вот этот верхний. И творожок накладывать. Ну здорово. Ложи в тарелочку. Творожок накладывать до мамы. Угу. Клубничка украшать. А может быть сверху украсишь? Завернешь в кармашек? Так вкуснее. Так будет. Вкуснее, ну здорово. И сверху, и снизу будет, да? На закатывай домой. Да, кармашки такие получатся вкусненькие. Такие вот. Ну хорошо, сверху ягодку еще положь. Какая клубничка. Свежая, вкусная, да? Я люблю ее. Здорово. Ну, попробуй такую вкусноту. Вкусно? Я люблю клубничку. А блинчик попробуешь? Скажешь нам, какой сладкий получился? Попробуй. Нет, я приготовлю сначала, потом попробую. Приготовишь? Так ты же уже себе приготовила. Давай ты попробуешь свой, а потом остальные будем начинять. Ну, пробуй. Вкусно? Вкуснотища? Всем пока! И подписывайтесь на канал Анжелика. И ставьте лайки! Ну, всем пока!
Я дальше буду украшать блинчики, ладно?